Всем привет, дорогие друзья, с вами Залил, и сегодня мы с вами поиграем в игру Payday 2. Сегодня я вам расскажу, как же я получал сотый левел, как получить его вам, какие лучше всего выбирать миссии для фарма. Вообще, я хотел сделать прохождение, но, возможно, я сделаю, но чуть позже. Вот. Для начала я вам расскажу, как же я получил сотый левел. Мне, можно сказать, подфартило благодаря одному багу. Сейчас я вам покажу, если, конечно, миссия будет. Блин. Миссия называется Reds. Там 3 дня. То есть за третий день там... Вот, к примеру, Reds, да? Вот. Нашел я эту миссию. Смотрим, сколько получаем мы опыта. 34 тысячи. Вот. Фарм просто дикий. Правда, вот тут написано деньги, да? Но сейчас-то они будут, конечно. Сейчас будут. А у меня, знаете ли, 4 дня назад как было? Я начинал миссию, да? И она начиналась именно с третьего дня. Правда, именно вот такие, с оверкиллом. Не проджоп, а именно оверкилл. Сейчас, кстати, возможно... Некоторые говорят, кстати, там, если вы поищите на ютубе, как получить сотый левел, там на английском видяхе, кстати, я тоже искал ее, увидел потом, позже, оказывается, на консольках то ли еще баг не прикрыли, то ли еще что. В общем, ну, мне повезло, слава богу, я уж понял, что лучше пофармить. Ну, мне, конечно, пришлось целый день не спать, хотя бывало и по 2 дня, и по 3 дня не спал. Бывало такое, благодаря энергетикам, конечно. Ладно, это не важно, ребят. Сейчас я вам покажу, как даже без бага немножко пофармить. Ладно, давайте с ботами. Конечно, проще всего с друзьями играть, потому что я с друзьями фармил, и там не 34 тысячи давали, а даже 50 тысяч за все. Пропускаем сразу же. Сейчас, конечно, если с багом, то есть как я проходил, да, можно вообще пройти было за где-то, ну, примерно за 60 секунд, то есть за минуту. Конечно, если постараться, можно даже за 50 было пройти, в общем, неважно. Так, все, мы собрали, быстренько. Так, наверх, что-то он устает, наш герой, странно. Так, мы все собрали. Убили они работников. Придется нам самим работать, варить мед. Ну, что делать? В принципе, без бага эту миссию... Ну, по крайней мере, первый день можно пройти за минуту. Но на very hard. То есть, если вы первый уровень, вы спокойненько можете... Спокойненько можете на эту миссию зайти... И с ботами даже поиграть, даже с ботами, чтобы вас, допустим, не кикали, потому что сейчас вас кикать капец как будут, это я вам говорю, потому что все уже там прокачались до 50-ки как минимум. Так, установим парочку мин. Так, на всякий случай. Правда, они могут взорваться рядом, потому что находятся, но ничего, в принципе. Так. Вот тут тоже пару бомб установим, иначе хреново будет нам. Так, одну нам надо сохранить, чтобы... Видите? Кстати, я вроде даже не... Твою ж мать, я не взял броню, вот чем прикол-то. Так, кстати, лучше отойти, потому что если бомбы взорвутся, то нам хана будет. Так, минута 49. Конечно... О-о-о, все. Нам нужен... Сода, но мы добавляем муратик ацид. Смотрим, лаборатория к чертям начинает гореть. Мы как, я не знаю, как супермены быстро убегаем. Получается, что мы миссию прошли за, ну, первый день за 2 минуты. Сразу вам говорю то, что про Джоп Оверкилл можно даже пройти и не за 2 минуты, а за минуту 50 и 40, смотря как вы будете вчетвером играть, к примеру, если вы любите с друзьями пофармить. Следующий день начинается. Итак, следующий день. Погнали на следующий. Блин, мне надо было броню взять, черт возьми. Хотя у меня вроде броня какая-то есть, ну, по крайней мере, легкая. Так,
Следующая миссия у нас заключается в том, что надо посмотреть... Так, где больше всего негров? Негров, 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 негров. Смотрим, где много негров. Вот... Тихо, тихо, тихо. Да, твою мать! Так дело не пойдет, ребятки! Чертовы негры, а! Так, быстро, 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 забегаем. В общем, тут надо быстро искать информацию. Хорошо было бы, если бы она горела, понимаете? То есть нам нужен опыт, а не деньги, понимаете? Если вам нужны деньги, конечно, вы не по адресу. Видим сейф большой. Возможно, документы там, а возможно, что и нет. Так что, видите, Хокстона уже завалили. Чайнца тоже. Прикол в том, что эти негры сражаются круче, чем сраные копы. Я не понимаю, с чем это связано. В задницу. Так. Все установили. Сейфы могут быть где угодно, на самом деле. То есть, видите, тут 5000 всего. Вот видите, как нам получилось. Так, спокойно. Чайнца можем мы не спасать и так далее, этих ребят. Так, все, видите, они в тюряжке. Не знаю, какого хрена они в тюряге. По идее, их негры убили. И ментов тут вообще нету. Так, видимся. Опа, видим, что информация горит, правильно? Быстро начинаем уходить в жопу, потому что копы очень-очень злые. Блин. И уходить стоит очень быстро. Видите, вон они уже сзади. Так, негритосы. Идут. Тихо. То есть мы эту миссию проходим за 2 минуты. То есть итого уже 4 минуты. 4 минуты. Конечно, если не считать вот этих вот, как долго начисляются деньги, да, понятное дело, что тут уже будет где-то, ну не знаю, 7 минут, да? То есть, а так получается уже 4 минуты. 4.30 где-нибудь. Вот так вот. Так, следующая миссия загружается, третий день. Вот тут можно сказать, я как рыба в воде, потому что я на этой миссии так фармил, твою мать. Я, конечно, не знаю, обнулят мне левел, потому что я не читерил, это баг игры, так что я ничего не знаю. Разработчики сами виноваты, ничего не знаю, вот. То есть у меня каждый раз так загружалось, и на 20-й секунде я вот тут уже был и негров мочил. Конечно, правда, с друзьями, естественно, потому что, видите, вот такое вот случается, причем Даллас и... Ну, боты, конечно, они боты, сами понимаете. Видите, уже 30 секунд нахрен, а мы эту уже 30 секунд уже назад бежали с друзьями. Да чайн сюда, блин, ссаные боты, а! О-о-о-о. Таких тупых ботов я еще не видел, конечно. Капец, на оверкиле. Они должны быть вроде как нормальные, эти боты, но нет. Как? А, так боты уже всех убили. Ну, в принципе, вы поняли. Прикол, надо всех убивать в автобусе. И сразу возвращаться. Итого уже 5 минут. Ну, где-то 5.30. Вот, сейчас будет. Все. Вот так вот, за 5 минут. За 5 минут мы получаем... Да ёб твою мать, орёт и орёт. Получаем где-то 50 тысяч, да? Но, еще раз говорю, если вы будете на оверкиле и про джобе работать, то получите 90 тысяч, но только если четверо вас. То есть там дают за крю Оливи и так далее. Все, у меня деньги... Фу ты, блин, ссаные деньги. Вот когда они были, когда вот этот три раза, ну, третий день был, у меня почему-то их не давали какого-то хрена, а сейчас дают и дают. Задолбали. Так, ну, в принципе, давайте еще покажу вам еще пару миссий. Fire Start, нет, там не пофармишь. Ну, Watch Dogs тоже неплохая такая миссия. О-о-о, моя любимая, можно сказать. Если у вас есть C4, прошу, за 35 секунд спокойно проходится. Даже за 30. У меня рекорд был где-то 30 секунд, вроде. Я не помню точно. Мы успевали, по крайней мере, с друзьями. Конечно, одному фармить, сразу говорю, хреново. Конечно, я сразу на следующий день расстроился, когда прикрыли баг. Потому что я там чуть-чуть опыта не докончал. Не... Так, не докачал, а не... Ну, вы поняли. Я что-то немножко заговорился. Так, что-то мы слишком долго уже. Я уже забыл, что надо делать тут. Так, быстро устанавливаем C4.
Прикол в том, что машина уезжает через минуту. Так, блин, вот видите, вот, вот так получается бывает. Так, быстро-быстро-быстро взламываем следующий сейф. Быстренько. Говнюки вы ссаные, а! Так, у нас есть еще время. Вот. Самое главное, это взять вот эту, как бы, коронку, или как она называется. Я уж не знаю. Так, все, это, ну, правда, 50 секунд, но тоже неплохо. Вчетвером вы получаете... Вчетвером вы получаете где-то 30 тысяч. В одного вы получите всего лишь 16. Сами понимаете, где лучше играть. Конечно, с друзьями. Я, правда, когда один играл, я сразу искал. Блин, да чертова сирена! Ссаные баги. Ненавижу. В принципе, вот что я показал, на каких миссиях можно фармить. Две самые главные миссии, на которые вот фармить. Самое то, можно сказать. В принципе, в следующий раз я, наверное, вам покажу, как пройти Big Oil. Такая интересная миссия. В принципе, интересная миссия, но там многие не могли вторую, короче, пройти, второй день. Вот. Сейчас я, правда, это не буду показывать, потому что... Вот. Вот это, конечно, уже классно. Смотрим, сколько мы получим. Тихо. Смотрим. 90 тысяч как минимум. Потому что там могут вас, кстати, словить, не забывайте. И если вы провалите хоть один день, то, понятное дело, что загремите. И, естественно, выполнить день заново нельзя будет. Знаете это. За 6-7 минут вы спокойно можете пройти вот этот контракт Reds и получить 90 тысяч. Так что подумайте сами, как вам лучше фармить, если у вас есть друзья, которые будут искать вот именно вот эту миссию, потому что и одному нереально найти. То есть, если бы я сейчас ее выполнил, то она бы, я не знаю, очень долго бы не появлялась. Найт-клуб, тоже хорошая миссия, Найт-клуб. За 3 минуты тоже можно нафармить. Причем денег очень много. Даже больше, чем в банке дают, 200 тысяч. Но это уже в следующий раз, ребят, я вам покажу. В принципе, что хотел, я вам показал. С вами был Зелел, друзья. До скорой встречи.